турнир компании Кросс. Прошел отлично. Все довольны, все счастливы. Впереди ждет всех вкусная каша, отличные напитки, горячий глинтвейн. Никто не замерз, несмотря на погодные условия. Минус 18, по-моему, сегодня обещали. Никто не паник духом. Все счастливы, все играли до последнего. И в итоге уезжаем с хорошим настроением. Спасибо большое. Увидимся в следующем году. Спасибо большое организаторам и те, кто не приехал сюда, они очень о многом пожалели. Сегодня прекрасная погода, прекрасное настроение у всех, бойня была на славу и на совесть и честно. Поэтому пусть продолжается этот счастливый праздник, который организовывают ежегодно. И чем больше участников, тем лучше. Это все, ради чего мы сюда приезжали. Вот, вот прекрасный сувенир, который достался с большим трудом. Но мы довольны. У нас самая молодая была команда. Всем большой привет!